Привет, друзья! Едем на барахолку искать сокровища. Наливайте чаёху. Блин, придумайте мне какое-нибудь приветствие. Кто придумает приветствие, которое я буду использовать? Блин, $100 там. Пишите в комментариях. Пока. Ищем сокровища. Опа. Опять AirPods. Ты шо? Валяется на каждом углу. Блин. А маска? Маска? Все. Да, не ду с утра. И вот она, родимая, а? Ты шо? А, она распечатанная. Ё-моё. Почем? А, это типа закусь, да? Да, это прополис. Да, закусь. Нормально. Для лекарства. Огонь. А тут сколько градусов? 53. Класс. Я то уже видел, блин. Зарядка для Айкосов у директора рынка, блин. Аську почем продаешь? Прорекламируй. 3000. Американец настоящий. Дешевле не отдам. Кому надо, тот купит. Настоящий американец. Я сейчас долго достал серебро платину доставал. Состояние на дядя Слава говорит, что Аська одна, як жінка. Пока купил паркер серебряный за косарик. И вот еще Серега смотрит наушники. За 1500 прошку. Сейчас проверим. А, вот он сам наушник. Проверили, работает. Все нищак, но один. За 1500. Если кому надо, пишите, продам. Могу отдельно кейс, отдельно наушник. Паркер Сонет. Серебряный. Кстати, за косарик. Может, кому надо, за $100 продам. Знаете что, друзья, или продайте кто-то мне один наушник гривен за 500, и у меня будет комплект. А что это за 200 ноки? Угу. Ну, там уже круто ноки не хватает. Да, а вот это, я вот это хотел глянуть. Тут взагалі, як мав таку ноки, то... Это не ноки. А, шутка. А, это не ноки? Нет. Це на Windows. А почем ракетка? Кто продает? Я не знаю. Кто продает ракетку? Я. А чей товар? А? Ракетка скидка. Хорошая ракетка, 200 гривен. Бэбилот. Да? Ну, ты, да, ты не да, бо ты намотка. Це РГ. А, может, это не вона? Це советская, ты просто советская намотка. РГ. А то купишь, як бэбилот. Чё, блин, я думал, за 200 гривен нашел гарную ракетку. Так что, нема айфона? Нитки берем. Не, нитки не. Краски. Ты говоришь, духи какие-то, где? Карта мира. Вон, смотри, указано. Туда, куда нельзя. Блин. Тарасику, где духи? Хапард, говоришь, или какие? Какие духи? Хапард? Что там 2 гига? Хапард? Хапард. Так давай посмотрим. А, ну, оно в контейнере. Если надо, мужские. Где какие-нибудь брендовые штучки есть, Тарас? Для тебя.
Оце? А що це? Це сіщення. А скільки? Ось все, чоловік сьогодні знайшов, блін, імені. Браслет. За 20 гривень в біжухі. Так, Саня, що там? А яка вага? 40,5. 40,5 грам. 750-ї проби, блін. Вот это джекпот, да? А мы ходим, видео снимаем, блин. Сейчас покажу пробу. Вот она проба, да? Вот она проба. Все е. Да, вот это джекпот. Не зря я сегодня всем по джекпоту жевал с утра. Пойду сейчас искать свой. Трохи я не успел его купить, там человек видел первый этот браслет, уже забрал его по 40 долларов за грамм. Так что он уже продан, друзья, его уже нету. Но джекпот классный, да? Пишите в комментах. Смотри, Лен, сколько бижухи. Оп. О, патроны. Он встретил Олежку, он за 100 гривен продал часы. Часочные писы. Продає, ще не продав. Ну да, ще продає. А то вдруг я предложу 120. Слухай. Да. Слухай. Здоровкаться с дядькой, да. Славкой. Здорово, здорово. Хейтерам привет. Так, что ты маешь? Касіо якийсь. А почем Касіо? 400 гривен. 400 гривен. 300 маєш забрати. Треба пробити. От солянка. Диви, Касіо вже... Три бумаги. Якщо кому надо, я можу продати. Три бумаги. Не знаю, у мене буде солянка. Я беру себе по солянку. Добре, що не сахар. Сахара я не употребляю, тебе не советую. Двоє є. Опа, вот еще Касіо, и двое сразу. Кому надо? Оптом. Два магнитофона Скиф. Два портсигара. Двое часов Касіо. А ты что стоишь, иди танцуй! Я не знаю, дядя Слава купил, перевірив. Теперь я куплю, перевірю. Следующий дубль. Да, в следующем видео. Да. Друзья, кто хочет, зайдите в группу, за 1000 заберете. Перевірите выше. Да, перевірите вы. Ссылка в закрепленном комментарии. Так я вже не таким думаю, яка разниця, правильно? Так, розплавить, що вона розплавить? Дядю Славу. Брат купив машину. Опа, який портрет знайшов. Чугунний. 3000 гривен. Якщо треба кому-то, пишіть, я знаю, де. Клеєм нет, ну чугун. Правая 300, правая 500. Ну, говорят, якщо будеш брати дві, по 400 віддам. Нормально, а ну покажи, як роби. Сейчас. Что-то ты это. Все, теперь плати 500 и отдавай назад. Вот такие, да? Да блин. Максимальная длина, максимальная ширина. Помещение ужасно. 1500 гривен. Едем,
поем, медь поем, очень хорошо поем. Где? Да я появился. Какой толщины угодно. Вот это хари, да? Три жирных хари, блин. Ты шо? Вот прикинь, если б я вот так бы сказал бы. Сюда его. А, вон там еще четверта хари. Вон там еще четверта. Вот прикинь, если бы я так сказал бы в Советском Союзе, сколько проков бы накинули? Уехал бы уже. Там еще есть. Сибирь на лесоповал. Вот брошечку такую купил на магазине 8А за 800 гривен. 875-я. Позолоченная. И топазик тут. Или дымчатый кварц. Думал, проверим, но не горный хрусталь. Золото? Золото. А вот такая стальная омега. Тоже с золотой вставкой. За 100 гривен взял. Да ладно, не поликантору, блин. Слава за 100 гривен купил. Не политиконтору. Да. Вот, да. Дяди Славин стол, видите. Так что теперь, если кому надо, пишите. Могу продать. Но задорого. Это надо такое, а? Огонь. Все работает. Ну, дядя Слава, спасибо тебе. У тебя одни джекпоты. Спасибо тебе, родненький. Ну, тут у тебя, дядя Юра, есть что-то хорошее, блин? Какой-то шериф. Дошли наконец-то, блин. Ты шо? Воспитатель? У тебя уже другой воспитатель. Того уже продал, да? Да. Ух, воспитатель такой уже попользованный трохи. Блёсны до сих пор тут, блин. Эплы, сплошные эплы. Эплы, всё, блин, да и шо, лянь тут. Это что, заключенный какой-то? Часов, вагоны, маленькая тележка. Все еще здесь. Кто не успел, заходите. Вот это, блин, забыл снять. Новые продаются на барахолке по 40 гривен. Вот здесь оставлю ссылку на это, на лайв-канал. Покажу, для чего я его купил. Можете зайти посмотреть. Я такую штуку купил у дяди Юры за 500 гривен, блин, для рыбалки. А тут у нас вот такие коробочки. Огонь. Ну все, пацаны, понравилась барахолка, не понравилась. Скажи, ставьте там лайк, дизлайк. Пишите комменты, а я погнал. Вот такая штука.